Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Партнер программы «Прогноз погоды» – клиника здоровья. Мои года – мое богатство. В клинике социальной стоматологии здоровья выгодное протезирование зубов со скидкой 3% для пациентов в возрасте от 50 до 59 лет, 5% от 60 до 69 лет и 7% от 70 лет и старше. Запись и информация по телефону 409-99. Клиника социальной стоматологии здоровья. Адрес: Печорский проспект, 64. Условия акции не распространяются на услуги протезирования зубов, рассрочку или кредит. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. И о погоде. По данным Печорской гидрометеообсерватории, завтра, 28 октября, в Печоре ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшой, ночью умеренный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Ветер северный, северо-западный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью и завтра днем будет минус 4-6 градусов. На дорогах гололедица. Уважаемые рекламодатели, разместить информацию в нашей программе вы можете, обратившись в центры обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74 и улица Ленина, 16. Информация дублируется на нашем сайте www.volnaplus.ru. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». С вами была Наталья Оншина. Всего доброго и до встречи!